Привет, любители футбола, ценители игры номер один в мире. Меня зовут Егор Дергачев, рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Ну что ж, дождались решающих, практически решающих матчей. Давайте я еще буду говорить пока так. Лиги чемпионов, московский «Спартак» едет в Испанию, где на выезде будет играть против «Севильи». Безусловно, третий тур, игра против «Севильи» на открытии арене, когда «Спартак» просто громит испанскую команду, одного из лидеров чемпионата Испании. Это, безусловно, успех для Массимо Карреры, для московского «Спартака» и для всего российского футбола в целом. Более того, «Спартак» после трех туров лидирует в группе. Москвичи еще ни одного матча не проиграли, 5 очков набрали. Да, разница забитых пропущенных хуже, чем у Ливерпуля. И с мерсисайдцами «Спартаку» еще играть на выезде, и это будет, поверьте мне, очень и очень непростой поединок. Но пока все эти дела мы отложим на потом, ведь на повестке дня матч в Испании. Да, «Севилья» фаворит этой встречи. Да, «Спартаку» где-то повезло в московском матче, поскольку до вот этой концовки второго тайма, до половины даже второго тайма, «Севилья» больше имела моментов, «Севилья» лучше и острее атаковала, но результат мы все прекрасно помним. Удастся ли «Спартаку» не проиграть в Испании? Это хороший вопрос, и ответить на него на 100% я вам не могу. Но, как и в матче «Базель-ЦСКА», я вам предложу патриотичную ставку. «Спартак» не проиграет. Просто увидите коэффициент и сами захотите поставить на данный исход 2.84. Мне кажется, что у футболиста «Спартака» сейчас некий диссонанс присутствует в игре. С одной стороны, они очень хорошо настраиваются на матче Лиги Чемпионов, и когда они играют при полных трибунах, когда они играют с сильными командами, перестроиться потом на чемпионат России, играть против «Анкары» или «Арсенала», не в обиду будет сказано болельщикам и игрокам этих команд, но это совершенно другой уровень футбола. И мне кажется, что итальянскому специалисту, который возглавляет «Спартак», удастся настроить своих игроков, и «Спартак» покажет неплохой футбол в Испании, ну и как минимум не проиграет. Давайте болеть за «Спартак», давайте верить в то, что наша ставка зайдет, давайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Конечно же, я буду ждать всех в друзьях ВКонтакте и в своей группе ВКонтакте, ссылочки вы найдете в описании этого ролика. И, конечно же, дорогие друзья, давайте вместе с вами в комментариях порассуждаем, какие еще варианты ставок можно выбрать на матч «Севилья» «Спартак».